Доброй ночи всем, дорогие друзья. В эфире у нас Resident Evil 3, Nemesis. Всех приветствую на канале. В общем, сегодня будем продолжать. Вчера, как вы видели, я проходил Resident Evil 3 и немножко, так сказать, гуфнулся в конце. Но, увы, я, благо, сегодня нарастил тот потерянный прогресс, пройдя игру еще раз до того же места, максимально сделав все то же самое, сколько это было возможно. Так что, друзья, можем считать, что гуфа не было, скажем так. Так что будем продолжать дальше проходить с того места, откуда мы начали. Ровно, так сказать, того же места. Ну что ж, давайте будем загружаться. Не знаю, как меня слышно. Здесь нет никакого синхрона, ни звука, ничего в этом подобного. Надеюсь, все, как говорится, нормально. И, друзья, я бы хотел сказать, что с понедельника, возможно, у меня уже будет вебка. Так что вы можете увидеть, так сказать, меня, мой лик, мой сияющий лик. И, так сказать, увидеть меня во всей красе. Потом, что еще хотел сказать. В понедельник у нас начнутся новые хорроры. Точнее, с завтрашнего дня, с субботы. Но в основном с понедельника. В общем, друзья, с понедельника все будет отлично, все будет на мази, все будет сделано как нужно. В плане трансляции, хоррора и всего остального. Я постараюсь все подкрутить, все починить, все, что возможно на выходных. Так что, друзья, в понедельник вас ожидает море положительных эмоций, скажем так. Так, ну что, друзья. Идите, став 4 часа утра тут. Ну вот, видишь, у тебя, кстати, 4, а у меня... 0.16, только-только начинается ночь. Так, загрузка, давайте будем продолжать. Наш Resident Evil, приветствую тебя, Химилак, как раз таки. Так, один момент, я походу забыл убрать в настройках звуковое оповещение. Так, привет, Анимуша, кстати говоря. Приветствую всех, друзья, на канале. С пьяну быстро высыпаешься, да уж. Кого как, не знаю, я не пробовал с пьяной высыпаться. Хотя я сам пью. Так, ну что, машины, зал. Кстати, друзья, сейчас я спрашиваю, нет рассинхрона, чтобы не начать таким, так сказать, неправильным местом, чтобы потом не было остановки трансляции и все такое прочее. Скажите, пожалуйста, рассинхрона нету звуки? У тебя сейчас буду щелкать. Нет никакого рассинхрона, все нормально. Так и я не пью. А? Ну, значит, он там мельком где-то. Чат видим. Так, чат видим. С братом это исключение из правил. Понятно, норм. Ну, раз норм, значит, можно смело продолжать. Сегодня я уже нарастил прогресс, который я потерял вчера ночью. Они забрали у меня все, но я не сдамся. Я не дам им победить. Я смогу выжить и не остановить меня. Ну, коньяка за те бутылку водки там. До бальзама недалеко. Согласен, абсолютно. Так, смотрите, друзья, я, в общем, сохранился до той точки, где я вчера погиб. Сегодня перепрошел. Пришлось, конечно, потратить на это 2 часа. Но по-быстрому постарался все сделать. В общем, такой вот у нас статус сейчас в данный момент. Как видите. Так что намечается еще один бой с Немезидой. И этот бой будет беспощадным, скажем так. Потому что вчера он меня конкретно забрил. Я даже сам не ожидал этого. Так, вот этот паршивец, который мне вчера испортил мое прохождение. Использовал шнур. Да, по-моему, шнур. Я ж тебе предлагал настолько оформление стрима. Ну это да. Ну, пока что я воздержусь от настроек таких глобальных. Вот сейчас на выходных я постараюсь что-нибудь там подкрутить, что-нибудь намутить. Так что будет добротно, так сказать, с понедельником. Вчера на ночь, глядя в твоей вине, было печальное с Гилли. Ну вы поняли, ребят, настоящее, да. Вчера гуфнула с Гилли из этого Немесиса. Ну... Я вообще не ожидал, почему, как у меня убил вчера, я просто вообще этого не ожидал. Видать, переборщил своими силами. Настрою бы за один раз и все стримил бы. Ну, и Химилак, не переживай, настрою потом как-нибудь. Понемногу.
Надо как-то оттягивать удовольствие. Так что, такие дела. Ну, я предупреждаю, я говорю, друзья, что с понедельника у нас будет веб-камера, у меня будет вебка, так что вы меня увидите живым, двигающимся, разговаривающимся вживую. Ну, вебка среднего качества, так что будет видно нормально. Так, где-то тут у нас где-то. Он просто изнасиловал, не просто ужас. Да он просто сломал меня полностью. Это было вообще что-то с чем-то. Козлина. Чё ты меня не одолеешь? Гиля сейчас тебе вставит в магнум по самые помидоры. Так, перезарядка. Дубль 2. Ну вот как раз таки дубль 2 у нас. Как ты видишь, валим паскуду. Что-то он разбежался, да. А тут уже пистолетом добьем. Это козлина. Злая, здоровая козлина. Так, завалим эту паскуду. Ну, я уже забрал от него предмет. И, кстати, я постарался собрать все файлы по порядку. В данный момент у нас пока что все правильно с файлами. В дальнейшем надо будет очень аккуратно, щепетильно брать файлы, чтобы получить дневник Джилл. Мы же хотим узнать, чем все закончилось. Так, использовать это. Дальше возьмем это. Козлы маленькие, а. Так. Ой-о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 й. Козлы, сволочи, подонки, негодяи. Смотрите, как они меня изнасиловали опять, а. Эти мелкие, маленькие недоноски. Я вас всех пикдавлю, вы, сволочи. Хватит меня кусать. Так, вроде нормально. Ну, пока что, в принципе, так себе. Короче. Так. Ну что, время головоломок, друзья. Сейчас у нас начнется. Так, все файлы по порядку. Дальше идет вот этот файл. Просто пролистаю, все, читал уже. Так, пока все правильно. Сейчас берем всякие камушки. Начинаем мутить по полной. И, друзья, насчет моего стрима ночного, я, конечно, это чисто второй раз так получилось, чисто исключение. Потому что я закончил паразитку, в итоге я не знал, что стримить, у меня так совпало, что у меня игр просто не было готовых к стриму, ну, новых, которые заказали. Я пока разбирался с расписанием, в общем, все так сложилось неудачно, скажем так. Но вы не переживайте, с понедельника все войдет в норму, буду, как обычно, стримить по расписанию. Много чего изменю. Так что вы, друзья, не переживайте. Все, как говорится, будет. Станет на свои полочки. И, наверное, скорее всего, я буду анонс добавлять на целый час, как полагается. Потому что все-таки что-то стало непонятно с геймом. Почему-то анонс на один час меньше. Так, отлично, все правильно. Стерня. Мины. Ну, мины мне, в принципе, не пригодятся. У меня все, что надо, есть. Давайте для интереса просто оставим мины и посмотрим, а можно ли будет их взять Карлсон потом. Мне вот просто интересно, вообще, возможно ли такое. По-моему, они исчезают, насколько я помню. Мы все равно проверим. В любом случае. Кстати, друзья, как у вас дела? Чем занимались? Что делали? Поделитесь в чатике.
пью. Ну, пью-то это понятно. А так, может быть, что-то еще делаю, кроме как попивал, как говорится, пивка или коньячка гидреного. Так. Сейчас мы выкинем что-нибудь нужное. Ну, потом еще пил. Ну, это как обычно, жарились. Понятно. Ну, я тоже жарился. Сегодня пошел на море, искупался тоже. Ну, вода была неплохая, в принципе. Нормальная водичка. Покупался там, что еще? Часок где-то. И потом пошел, чуть прогулялся по парку. Ну, в итоге пошел обратно домой. Включил кондик. И кайфовал, как говорится. Да, жара, конечно. Ну, у нас жара-то, в принципе, не такая сильная сегодня была. Ой, это не сюда же. А так, в принципе, нормально. В принципе, по жаре. Так, ну сейчас будет кульминация. Сейчас у нас будет битва. Битва с нашим Немезидой. Знаете, что я возьму? Наверное, я возьму гранатомет и вот эти гранаты дотрачу, как говорится, и возьму один бокс. Хотя, да, я, наверное, возьму один бокс, не буду запариваться. Так, ну, в принципе, все, что надо, есть. Что там будет после Resident Evil 3? После Резика у нас будет Galerians 2 одновременно вместе с игрой. Как же она называлась? В общем, еще какая-то игра от Анимуши будет. Но будет игра интересная. Аналогия с Silent Hill, кстати, да. Согласен, Анимуша. Мы спасены. Сюда. Сюда. Спускайся. Наконец-то все закончилось. Нет. Нет. Да, кстати, будет у нас Fair Effect на PlayStation 1. Первая, наверное, вторая часть. Посмотрим там по обстоятельствам. Колено-то плохое, вот только еще с пацаном. Ну, своеобразная игра. Мошенники. Своеобразная игруля. Но ничего так, в принципе. Поиграть можно. Так. Что у нас есть из арсенала? Давайте, наверное, гранату пока засунем. Чего? Ни хрена себе. Вы это видели? У меня забрил одной ракетой. Так, мне что-то это не нравится. Ну ладно, хорошо, что я сохранился. Правда, не перед этим боем, но все же. Иди-то его налево. Просто супер. Забрил на ровном месте. Ну благо тут проходить 5 минут, так что, друзья, не переживайте. Вот козлина, одну ракету этот. Паскуда на Немезида меня уже второй раз валит. Так, ну все, Немезида, ты мой, козлина, сейчас тебе устрою. Сейчас тебе такую устрою. Блин, сейчас главное еще один бой будет с ним. Ладно, сейчас все быстро сделаем. Так, ну касцену я пропущу. А, нет, не пропускается. Сейчас тебе устрою Старс, ты сквоч. Использовать шнур. Всем привет, уже сдал после эфира. А, привет, Коляна. Уже сдал после эфира, но это хорошо. Так, я катсцену пропущу. Ну что, мы сейчас это уже видели. Блин, тут паскуда взял меня, просто забрил на ровном месте. Ох, блин. Давай, Немезида, иди сюда, сейчас тебя устрою.
Так, вот он, засранец, идет своей медленной походкой. Так, отлично. Ровно магазин засунул у него. Хренушки тебе. Неплохо. Чистая победа. Все, завалили эту паскуду. Так, теперь дробовичок берем. Давайте лишнее выкинем, хотя ключи использую. В принципе, сделаю так же. Блин, я промахнулся. Мелкие паразиты, блин, повылезали. Так, перезарядка. Так, сейчас мы, знаете, что оставим место. Потому что сейчас нам нужно будет решить головоломочку. Файл. Мы читали, убираем сразу. Так, а так было хорошо, сразу решили эту головоломку, даже не парились. Так, теперь бьем вот это. Ой, даже расставлено. Блин, сейчас надо, конечно, решать эту головоломку. Чертов Немезида сломал мне все прохождение уже два раза. Так, что-то здесь не то. Вот, блин. Что-то многовато. Сейчас нормально. Так, теперь мы идем обратно. Идем гаситься с Немезидой.
Где теперь? Откидываем лишнее. Бок составляем. Что еще нам нужно? Сейчас нужна деталька. Берем деталечку. Соединяем. И прикручиваем. Теперь берем гранатомет, берем гранаты охлаждающие, чтобы загасить на место намертво уже. Все, теперь я точно его делаю. Так, сейчас мы катсценки пропустим. Так, это мы видели уже. Это тоже. Все, это все засранец. Так, 4 ракеты он выпустил, осталась одна ракета. Охладись, козлы. Ах ты, падла, а? Пропусти мою гранату. Блин, этот гранат многого стоит. Наказано. Тебе еще писать нужно. Теперь магнуму. Блин, а? Да ё-моё, чтоб тебе провалиться. Ладно, используем аптечку. Будем рисковать. Да пропусти меня, ты здоровая туша. Нас Джилл! Джилл, держись! Что я наделал? Пожалуйста, очнись! Джилл! Джилл! 1 октября. Ночь. Я проснулась от шума дождя. Не верится, что я все еще жива. Карлос? Кажется, мы поменялись ролями по сравнению с нашей первой встречей, а? Не волнуйся, Джилл. В этой часовне безопасно. Я заразилась вирусом, не так ли? Эй, не волнуйся! Я в порядке. Я не чувствую боли. Это-то меня и беспокоит. Если я ничего не чувствую, что это значит? Не сдавайся, Джилл. Я тебя не оставлю. Что бы ты ни делала, не позволяй вирусу одержать победу. Если я превращусь в зомби, пусть твоя рука не дрогнет. Дай мне слово, что убьешь меня. Так, вот теперь мы управляем за Карлоса, друзья. И теперь у нас сейчас будет суровая битва за выживание. Let's go.
Ух ты, козлин, ты еще побежал, что ли? Ты совсем вот окробил, вот что я хотел сказать, я уже дважды изнасилован. Я, скорее всего, дважды сломан уже этим Немесисом. Черт бы его побрал. Так, все, со всеми разобрались, идем дальше. Ну, под ночь уже, конечно, сила уходит, уже не такая концентрация. Так, опять этот зомбарь. Вон, сволочи. Всех уделаю, сволочи, подонки, негодяи. Получайте, показываю. Жрите мой 9-миллиметровый пистик. Так, берем автомат. Тут пистолетом не ограничимся. А, сволочи, пожевать все-таки смог. Да, блин, сколько можно-то, ё-моё. Паскуда. Чуть-чуть пожевал, короче. Ну, блин, покусали, конечно, знатно. Песточи зомбари. Еще какие? Кормишь ты знатно зомбику. Да они, по-моему, тут только рады пожевать меня. Блин, у меня уже среднее здоровье. Тут надо... На шухере быть. Аптечку я тут не оставил, хотя надо было оставить, играя за Джил. Хотя бы один спрей Карлоса, потому что он реально был, нужен был бы тут. Так. Тоже зомбарь. Ну конечно, блин. Давай еще ползи. Ползунки, а? Тоже зомби у нас припрятан, как мы видим. Так. Кстати, можем ленту взять, которую оставили с Джил. Так и некоторые предметы Карлосу переходят от Джил, например, как лента или аптечка. Зачистим полностью территорию. Так, все супер, псов мы завалили. Вперед понемногу, понемногу. Где? Кстати, Буба, как там твои стимы продвигаются? Что-нибудь уже подкрутил из на трансляции? Ничего. Я пока еще не планирую что-либо транслировать. Так, как мы видим, мин нету.
Сидеть за Карлсом. Опять зомбарики. Идите сюда, вы сволочи. Всех одолею. Ох, блин, да как так? Как ты смог? Блин, да плохо. Тут меня вообще кусают налево-направо. Так, тут понемногу подходит. Давайте. Сволочи. Так, Карас, только не скопыться, я тебя прошу. Только не скопыться. Стал рачком за бочкой и спрашивает, как он смог. Ну, блин, я не думал, что он, конечно, такой длиннорукий. Так, хоть бы он мне сейчас так же не сделал. Второго. Хотел сделать мне фаталити. Ну, благо я успел его отстрелить. Ему все конечности. Так, берем травы. Спрей, наконец-таки спрей. Господи, я уже тут наладом ушел. Так, спрей мы с собой возьмем, потому что нас могут подкоцать. Хотя. Вообще там. Нет, я лучше возьму. На всякий случай лучше взять. Так, вот и синяя трапка у нас тут. Так, вот сейчас дневник. Дневник мы получили. Просто пролистаем. Так, пока что все по порядку. Берем карту. И диктофон. Патроны потом возьмем. There also appears to be a slight fracture in his right arm just below the elbow. However. Ой, да будет свет. Так, берем патрон. Патрон. Заряжаемся. Все, теперь идем в бой. Так, по-моему, нужно идти сейчас на четвертый этаж, насколько я помню. Тут, наверное, получить файлы. Хотя я не знаю, тут как правильно взять файлы, или снизу, или сверху. Будет первый элемент. Не стреляйте! Николай, ты все еще жив? Ты тоже. Что случилось? Что происходит? Я один из наблюдателей. Тебе достаточно знать это. Подожди. Вылетел как пуля, наш товарищ Николай. Так, а у меня места нету. Вообще супер. Да вот эту дурацкую красную траву выкинуть. Так, ну, в общем, надо что-то решать, что делать. Давайте используем спрей, хрен с ним. Если у нас нехило там покусали. Так, хоть бы это было бы фото по порядку. Ну-ка. Да, отлично, все правильно. Мы пошли сюда правильным путем. Пока что файлы идут по порядку, это радует. Thank you.
тут зомбарики. Так. Так, ниже телевизора запомнил. 5Т1 код. Идем дальше. Освоясь. И правда, у нас уже места нет, но в принципе сейчас, если мы перезарядимся, то место будет. О, зомбарики. Так, тут бомбу хоть немножко сэкономим. Вот так. Хотя бы двоих прижучили. Так. Завалили паскуду. Второй тоже. Взяли травушку. Патроны. Так, это тоже быстро пролистаем. Так, все пока по порядку. Вот, в принципе, вакцина и есть у нас уже. Падла. Завалили эти клевушки. Thank you.
Да, 10% осталось. Надеюсь, на Немесе хватит патронов. Так, в принципе, все, что надо, есть. Бомба с часовым механизмом. Значит, пора валить. Кто, интересно, не установил? Скорее всего, Николай, я понял. Давай. Так. Вторая тоже подключилась. Вот они, покойницы Карлос Альберы. Да блин, сволочь. Козлин. Спасибо. Так. Здесь все окей. Надеюсь, мне патронов хватит на Немесе. В принципе, должно хватить. Если что, ножом будем тыкать. Так, ну-ка. Это эмулятор чуть зависает. Ах ты сволочь, а? Подожди, я тебя закрою. Отлично. Завалили паскуду под конец. Thank you.
Мы едва справились. Ты в порядке? Да, в порядке. А что случилось с тобой? Я только что сражался с монстром. У меня плохие новости. И Николай все еще жив. Но я думала, он умер. Этот парень не знает, что значит умереть. Чем же он стал? Я не знаю. Все, что я знаю, он теперь наш враг. Прости, Джилл, но мне нужно еще кое-что сделать. Обещаю, мы еще встретимся попозже. Ты не волнуйся. Так, Карлос куда-то опять убежал. Теперь. Что мы возьмем? Миномет. Что еще? Гранаты есть. Возьмем гранатки. В принципе, мне этого хватит. Возьму отлучку. Да, сейчас мы выкинем ненужное тут и возьмем этот чемоданчик. Нам дадут патроны бесконечные, друзья. Которые можно будет использовать с любым оружием. Вот они, бесконечные патроны. Минут, хорошо. Это очень хорошо. Так, мечку выкидываем. Тоже. Так, что нам еще понадобится? На мед залить надо. Меняем. Thank you.
Так, еще очередной файл берем. Так, тут у нас охотник поджидает. Еще будет, по-моему, охотник. Да блин, засыпь. А, не хватило, нифига. Так, вот сейчас опасно. Принять. Сволочь, одной пули мне не хватило, а? Живучие лягушки, блин. На, подлюка. Последний магазин это был. Так, пока что охотники везде. А, и тут охотники, да вы прикалываетесь. Да, блин. Что за падла, блин? Ну, кто я так кашу, блин, как не знаю кто. Так, еще парка. Файл очередной. Патроны магнум. Тяжело дается это прохождение, я заметил. Взяли карту парку. Наконец-то трава. Черти полезли. Зомбарики тоже задом полезли. Так. В принципе, их можно по одному мочить, все равно. Блин, патрон уже у меня.
Так, наконец-таки дали нам порох. Сейчас замесим что-нибудь. Так, зажигалка нужна. Чего еще там пригодится? Так, этот дробовик можно вменить на этот. Так, сейчас мы сделаем смесь тогда. Сделаем вот так. И сделаем вот так. Вот, 22 патрона получилось. Колесики спецпатрона мы сделали. А это надо смешаю с порохом. Сейчас это граната. Так, берем этот файл. Здесь правильный файл, по порядку. Да, все правильно, отлично. Так, дальше нужно идти этот файл. Так, это брать пока не буду, возьму гранаты. Так, отлично, кислотные. Залили. Всем наблюдателям, задание прекращено. Возвращайтесь немедленно. Повторяю. Всем наблюдателям немедленно возвращаться. Отбой. Я впечатлен тем, что ты смог дожить до этой минуты. Ты, кажется, сам неплохо справляешься. Не хочешь помочь? Я не намерен тебе помогать. Потому что мы только пешки в этой игре. Да, судя по манере говорить. Нашим работодателям нужен подробный анализ зомби, созданных путем заражения Т-вирусом. Ты хочешь сказать, они нарочно послали целое военное подразделение на корм этим тварям?
Не совсем так. Хотя условия операции были крайне опасны, команда погибла по непредвиденным обстоятельствам. Нам нужно было только собрать данные с объектов. Еще один мутант! Так, еще один мутант, и я готов с ним встретиться и надрать ему задницу. Что происходит? Боже, что это? Это огромная личинка. Все, с чевичком мы расправились. Даже 3 патрона еще от магнума осталось. Вот так, отлично. Сэкономил несколько патронов. Так, отлично, забрали. Идем дальше. Thank you.
зрителя не попало. Кажется, всех завалили. Так, все, отлично, идем дальше. Первый вариант. Джилл, слушай меня внимательно. Они планируют запустить ракету прямо на город на рассвете. Взрыв будет достаточно мощным, чтобы уничтожить все. Ты в этом уверен? Совершенно. Я слышал это от самого наблюдателя. Они готовы зайти так далеко, чтобы замести следы? Давай, нам надо торопиться, у нас мало времени. Так, отлично. Тут сразу дали порох, что уже хорошо. Можно сделать или патроны магнум, или патроны еще чего-либо. Тик-тик-тик-тик. Сюда. Так, сделаю, наверное, даже не знаю, что сделать. Сделаю, наверное, патроны для ружья, хотя можно сделать для магнума и вообще охлаждающий сделать. В принципе. Давайте, наверное, сделаем охлаждающие гранаты. Ах да, надо же гранаты обычные иметь, чтобы сделать охлаждающие, забыл. Ну, тогда мы сделаем патрон для мага. Еще раз, так сказать. Так, это просто пролистаем. Пока все по порядку. Тут уже осталось буквально 3 файла. Так, это тоже можно выкинуть. Так, давайте мы возьмем вот этот пистолет, докончим его уже. Или вообще-то лучше оставим вот этот. Этот закончим, тот возьмем. Что еще? В принципе, пока что все. Так, ну в принципе, мутантов я буду сразу стрелять с магнума, чтобы не церемониться с ним. Чувствую, друзья, что скоро мы, наверное, получим миник Джилл. Все-таки мы его получим в этот раз.
Так. Магнум вообще расплюнуть. Опаньки, обычные мутанты у нас тут. Так. Хитрожопая. Зато хоть одного выстрела покушали. Ах ты, ну ты сволочь. Прыгучая достал, однако. Длинной лапой. Так, сейчас, по-моему, идет этот файл. Да, и теперь осталось два файла буквально. Все, друзья, можно поздравить нас. Теперь мы соберем сегодня дневник Джилл. Это уже радует. Те патрончики. Что еще? В принципе, больше ничего не надо. С Неймсоном есть тоже с чем сражаться. Thank you.
Так, отлично. Что нам понадобится? Нам, в принципе, понадобится мины, миномет. Это можно откинуть пока. Возьмем сразу бокс. Ну все, остальное нам больше ничего не нужно. Так. Ты все еще где-то рядом. Николай? Так, ты хочешь выбираться отсюда один? В этом твой план? Я позаботился, чтобы больше никто из наблюдателей не выжил. Раз я единственный, кто знает, что на самом деле произошло, у меня есть преимущество при обсуждении его вознаграждения. Тогда зачем убивать меня? Я не получаю у них зарплату. Они хотят уничтожить тебя по каким-то своим соображениям. Сумма скромная. Но после подтверждения факта твоей смерти можно требовать награду. Замечательно. За исключением того, что я не собираюсь помогать тебе накопить на старость. Так, отлично. Николая забрили. Блин, я забыл этот дурацкий диск взять. Быстро возьмем. Предупреждение. Операция продолжается. Необходима немедленная эвакуация. Stars. Полная.
Я полез. Создали. Жалко, конечно, мина там осталась неиспользованная, но давай. Друзья, чехол. Так.
тряпки. Так, кстати говоря, у нас миномет закончился, можно у него комбинировать спецпатроны. Ну, точнее, бесконечный ящик с патронами. Смотрите, друзья, есть такой глюк в игре, если, например, комбинируете, как видите, с этим минометом эти бесконечные патроны, то в руках Джо уже будет оружие, и они будут тратиться патроны именно вот с этого оружия, как видите. Такой небольшой глюк происходит в игре. Джилл, ты где? И если ты слышишь это сообщение, ответь немедленно. Я здесь. В чем дело? Я здесь. Двигатели вертолета работают, все готово к взлету. Я бегу. Похоже, город скоро превратится в эпицентр взрыва. Поторопись и не забудь взять с собой прибор. Что он делает? Прибор определяет расстояние до приближающейся ракеты. Убедись, что взяла его с собой. А теперь слушай меня. Не сдавайся. Мы оба это переживем. Только давай отсюда выберемся. Так, взяли портативный радар. Аптечка. Магнум. Внимание! Ракетная атака подтверждена. Ракетная атака подтверждена. Уровень тревоги Д. Всему персоналу немедленно эвакуироваться. Так, настал кульминационный момент, друзья. Так, это быстро все пролистываем. Так, у меня уже все забито, я уже не знаю, куда что пихать. Все забито.
Магнум, такие патроны. Так, сделаю тогда так. Вот это я возьму. Вот это возьму. Так, и вот, собственно говоря, последний файл, который мы нашли по порядку. И теперь мы, друзья, получим секретный файл, наконец-таки кульминационный момент. Вот он, друзья, дневник Джилл, наконец-таки мы его получили. Он дается нам взамен нашей первой инструкции по, так сказать, по рукопашному бою, тут, скажем так, или уклонением. Вот, собрали все по порядку, наконец-таки, да, дневник Джилл, давайте его теперь прочитаем. Сначала, знаете, как сделать? Зайдем в тихую зону. Сюда, в тихую зону. Так, файл. Дневник Джилл. Дневник Джилл. 7 августа. С того дня прошло уже 2 недели. Мои раны зажили, но я не могу об этом забыть. Большинство людей оставили это в прошлом. Но стоит мне закрыть глаза, и все предстает передо мной, как наяву. Зомби, поедающий плоть людей, крики членов моей команды. Нет, раны в моем сердце еще не зажили. 13 августа. В последнее время Крис причиняет массу проблем. Что с ним? Он редко говорит с другими полицейскими и постоянно раздражается. Вчера он ударил Эдварда из отдела юношеской преступности из-за того, что тот случайно облил его кофе. Я сразу же остановила Криса, но... Когда он увидел меня, он просто подмигнул мне и ушел. Интересно, что с ним случилось? 15 августа, полночь. Крис, который ушел в отпуск, позвонил мне, и я отправилась к нему домой. Как только я вошла, он показал мне пару листов бумаги. Это была часть исследования вирусов, который был назван просто Г. Крис сказал: кошмар. Продолжается. Кошмар продолжается. И это еще не все, добавил он. С того самого дня его мучили эти мысли, но он ни о чем мне не говорил. 24 августа. Сегодня Крис уехал в Европу. Барри сказал мне, что отправит свою семью в Канаду, а сам поедет вслед за Крисом. Я решила остаться в Ракун-Сити. Я знаю, что исследовательская лаборатория в этом городе – один из ключей к разгадке этого дела. Примерно через месяц я присоединюсь к ним. Где-то в Европе. Тогда и начнется настоящий бой. Вот такая вот интересная сюжетная часть, друзья, которую вы могли бы пустить. Ну или кто-то из вас мог пустить, проходя просто игру, не собирая файл по порядку, это вполне возможно. Так что я тоже так помню, выпускал файлы. Проверка системы. Проверка сигнализации. Предупреждение. Энергии недостаточно. Активируйте систему. Так, ну в принципе, что могу сказать об этом дневнике? Довольно информативно. Нам объяснили все, да как, что и как почем. Линия подключена. Электромагнитная пушка активирована.
все, в принципе. Можно расслабиться, просто ждать, пока немцы прикопошат. Это пушка. Я даже джойстик в сторону отложу. Буду наслаждаться просто зрелищем. Так, отлично, все, с ним разобрались. О, я что-то сбежал, что ли? Хотел его уничтожить. Да ладно, фиг с ним. Все равно не трындец. В любом случае. Так, ну все, практически, друзья, финишная прямая. Вот так, как видите, теперь я получу наконец-то Джилл. Так что собирайте файлы по порядку, как нужно, и вы получите этот секретный маячок. Джилл! Сверху! Все, концовочка. Кажется, все готово. Отлично, тогда сваливаем отсюда. О нет, она здесь. Нам пора. Ну все, с меня хватит. На этот раз они зашли слишком далеко. Мы наблюдаем сейчас самый трагический поворот событий. Похоже, президент и Совет Федерации вынесли вердикт об уничтожении всего Ракун-Сити. Президент и Совет Федерации сочли, что операция по полному уничтожению – это лучшее решение в этой экстремальной ситуации, и отдали команду начать ее. На основании этого решения Ракун-Сити был буквально стерт с лица земли. По последним данным, число погибших превысило 100 тысяч человек. Наши сердца скорбят по погибшим жителям Ракун-Сити. Да, ГГ, друзья, ГГшечка. Вчера надо было двигать такую речь, когда ты, ну да. Скорбим вместе, как говорится, друзья. Наконец-таки. Ну прям практически идеально к 2 часам закончил, что не может радовать, как я предполагал, по своим расчетам. Как говорится, с самого начала придерживался какой-то определенной тактики. Ну а теперь, друзья, насладимся этим прекрасным саундтреком. Будем просто слушать.
Так, ну что ж, теперь нам покажут результат. Какой же у нас результат вышел. Ну, как обычно, ранг КС. Время 3 часа 27 минут 14 секунд. Количество смертей, сохранение 2. Тут опять-таки половина прохождения у меня было другое. Вне стрима пришлось наверстывать. Но в целом результат годный. Практически такой же получился. В общем, нормально, друзья. Все плохо. Да. А вот теперь, друзья, время эпилога. Эпилог. Знаете, голова, да уж. К Леону Скотту Кеннеди пришел человек, который утверждал, что работает на правительство США. «Оставьте шериф в покое, она невиновна», — сказал Леон. «Она слишком много знает», — ответил человек. Он посмотрел на Леона и сказал: «Но вы нам нужны. Это хорошая сделка. Делайте свой выбор». Не задумываясь и не сожалея ни о чем, Леон закрыл глаза и внезапно ответил. А что он ответил, друзья, это останется уже в следующем эпизоде. Привет, Икфо. А тебе, дружище. Вот такой, друзья, эпилог про Леона, как мы видим. Ну, все знают уже, куда Леон дальше попал после встречи с агентом из правительства США. А там дальше, ух, как завертеться, ух, как закрутится это все дело. Так что, друзья, увидим уже потом, наверное, в четвертой части. Хотя нет, вообще даже не в четвертой, в Dark Side Chronicles. Потому что первое задание Леона, по идее, было Dark Side Chronicles. Если чисто брать про хронологию. Ну или может даже еще раньше. Тут уже не точно. Вот такой вот, друзья, содержательный пилок. И кто, друзья, кстати, смотрел, я, наверное, может кто-то и не видел, но я нашел, наконец, дневник Джилл, я его уже прочитал. Ты знаешь, Леон открыл свой бордель и стал успешным предпринимателем. Мамакой была Адвонг. Да, хорошая история. Ну, вот такой, в общем-то, сюжетный эпилог, друзья. Открыли мы четвертый. Наконец-таки мы прошли игру четвертый раз уже. Все ради эпилогов. Так, ну что ж, посмотрим, что вообще еще можно посмотреть. Сейчас мы глянем, что еще мы там понаоткрыли. Хотя мне кажется, мы ничего, по-моему, не открыли, кроме эпилога. Кинцо будет сегодня? Ну, и по, сейчас 2 часа ночи, я не думаю, что будет сегодня кинцо. Кинцо, возможно, будет завтра. Вот в этом я точно уверен, что, возможно, будет завтра кинцо. Сейчас уже 2 часа ночи, я думаю, многие люди уже хотят спать. В том числе я, наверное. Ну вот, как видим, мы открыли 4 эпилога. Эпилог за Джилл, первый, второй Крис, третий Барри, соответственно, четвертый Леон. Так, ну следующий эпилог будет уже, да, тоже знакомого персонажа, не менее важного. Всеми уважаемого, так сказать, женского персонажа. В кинцо голосу за живую мертвечину. А, ты хочешь, типа этот, как его? Какой-нибудь ужастик? Ну, ужастик будет, наверное, завтра, скорее всего. Так, ну что, друзья, всем спасибо, кто смотрел, кто был на трансляции. Огромное всем спасибо за просмотр. В любом случае, такой поздний стрим получился у меня спонтанно. Чисто из-за большой нестыковки дел. Но в целом, друзья, в целом все будет, я думаю, на мази. О да, живая мертвечина, тут еще ужастик. Ну, если что, я потом гляну, что за живая мертвечина. Завтра как? Так, смотри, Анимуша, завтра вот как будет, всем говорю. Завтра у нас суббота, по идее у меня выходной, но я сделаю так, что, в общем-то, эпилог, ой, какой эпилог, в общем, сделаю так. Вот бы эпилог на Занемезидов, да уж. В общем, завтра в 4 часа или полпятого завтра будет у нас стрим по Galerians 2, вторая часть, продолжение первой части на PlayStation 2, в полпятого, запомните. Чатик будет виден, да, чатик будет виден, все будет отлично, все будет работать, это я гарантирую. И вечером у нас будет где-то 8 часов примерно, ну да, 8 часов у нас будет как она называлась эта игра, Fair Effects на PlayStation 1. Первая или вторая часть, я точно не знаю, там говорят, что вторая часть как идет первая, как пролог, но, наверное, скорее всего, я начну первую часть, потому что лучше начинать с первой части, раз разработчики игры так сделали.
Спасибо, Химилак, я гляну, что за ссылочка после стрима. Так что завтра в 8 часов будет у нас Fair Effects первая часть на PlayStation 1, а днем по 5 будет у нас Guardians 2. Ну и, соответственно, завтра же в 12 часов ночи будет кинчик, какое-нибудь кино посмотрим. Это кто тебя на Fair Effect надоумил? А ты догадайся, Буба, кто надоумил. Анимуша попросил наш заказчик эту красивую игрушку. Я уже посмотрел ее, довольно красивая на вид. И очень даже, кстати, неплохая для PlayStation 1. Ну, в общем, все сами завтра увидите, друзья, и зацените, я думаю. Так что, друзья, всем желаю спокойной ночи, всем сладких снов. Как говорится, смотрите, чтобы вас Немесис не утащил никуда своим щупальцем. Он Fair Effect заказал. Я думаю, уже игру, что в Steam подарю тебе. Но там, к сожалению, технические проблемы были в плане того, что перевода не было. Но это еще не самое страшное. Потому что я чат не видел просто-напросто. Да, там и топ-кинцо. Будет, я думаю. Да, там просто-напросто не было видно мне чатика. Я просто бы не видел, что вы писали. Ну и некоторая несовместимость. Ну, в общем, посмотрим, что да как. Но в любом случае, вариант со Shade of Mine мы оставим на потом. И потом как-нибудь сыграем за эту игру. Меня она, честно говоря, тоже заинтересовала. Спасибо за стрим, добрый человек. Удачи. Спасибо тебе, Икфо, добрый ты наш зритель. Спасибо, что смотрели, друзья. В общем-то, эх, а я бы, может, и помог тебе решить проблему. И переводы есть. Ну, потом. Потом тогда сделаем уже. Раз мы уже решили Fair Effect, то пусть будет Fair Effect. И, кстати, друзья, очень важная новость хотел сказать, пока никто не ушел. В общем, с понедельника, возможно, я буду стримить уже с веб-камерой. Я ее куда-нибудь присобачу, я не знаю, как ее тут прилепить. В общем, будет вебка с понедельника. Так что, друзья, всем... Все увидите мое, так сказать, мой сияющий лик, который будет пробивать дорогу к успеху и дорогу к финишу в играх. Так что, друзья, увидите, так сказать, своего стримера скоро, совсем скоро. Просто с HD-декстурами усвикаться не дружат. Понятно. Очень важная новость. Ну а еще и как? Ну все-таки там важная новость. В любом случае. Так что, друзья, с понедельника будет вепочка. Посмотрим, постараюсь там ее прикрутить, все настроечки сделать. И касательно еще кое-какие мелочи другие по стримам сделать. Да и в ВБС. В общем, в воскресенье у меня будет конкретный, так сказать, осмотр по всем параметрам и, в общем-то, нововведениям. Ну что, друзья, это был Resident Evil, с вами был Сергей Ларин. Всем спокойной ночи, друзья, всем сладких снов. Желаю вам, чтобы вам приснилось Джилл и Немесис, как они вместе дружно попивают коньячок. Друзья, всем сладких снов, увидимся завтра 4:30 в Guardians 2 днем. Всем спокойной ночи, всем, друзья, пока.